Большой трудовой десант под флагами Оренбургского госуниверситета высадился 10 октября в Ботаническом саду ОГУ. Студенты, преподаватели, руководство вместе с депутатами регионального отделения партии «Единая Россия» вооружились лопатами и саженцами, чтобы в рамках года добровольца заложить здесь волонтерскую аллею. Мы сегодня заложили фундамент в будущий большой такой масштабный хороший дом для всех любителей природы, потому что когда станет хорошая такая вот обстановка здесь, когда ботанический сад станет таким, каким он должен быть, и мы с удовольствием будем вспоминать, Жанна Анатольевна, что мы были у истоков, и наши деревья здесь тоже есть. Развитие ботанического сада – это вещь необходимая для большого крупного города, тем более для города, который как бы в степной зоне находится, и очень трудно вырастить дерево в нашем климате. 150 пирамидальных тополей пополнили коллекцию ботанического сада, который уже насчитывает свыше 1000 видов разных растений. Тополь является одним из лучших очистителей воздуха. Биологи в шутку именуют его пылесосом. Одна из главных задач, которую ставит перед собой университет, в ближайшие годы превратить территорию сада площадью в 25 гектаров в зеленые легкие степной столицы. Три идейные задачи ботанического сада. Первое – это сбор растительности. Второе – интродукция, то есть инородные растения, которые могут у нас прижиться. И третье – практика, студенты работают. И чтобы люди знали, что есть ботанический сад и для чего он предназначен. Акция стала еще одним весомым вкладом в копилку добрых дел, в которых в течение года участвовали волонтеры ОГУ. Эта аллея волонтеров будет мне напоминать о годе добровольцев, который для меня был насыщенным на мероприятиях. Я поучаствовал в международном форуме Евразия в Оренбурге, был волонтером на Гран-при России Формулы-1 в Сочи. И приходя сюда, когда здесь уже будет более обустроено, это будет мне напоминать об этом годе. И я очень рад, что у нас в Оренбурге это развивается.